У обитателей приюта «Майский день» сегодня гости. Сотрудники УФСИН приехали к четвероногим не с пустыми руками. Четыре деревянные будки, сделанные осужденными исправительных колоний, уже ожидают своих новых жильцов. Сейчас на территории у нас находится около 500 животных, и, соответственно, остро стоит проблема будок. Это все из дерева, соответственно, все это изнашивается. И поскольку сегодня такой у нас праздник, такое мероприятие важное, приехали целых аж 4 будки, красивые срубы. Соответственно, сегодня праздник, и, естественно, уже сегодня четверо наших питомцев, да, заселятся в новые будочки. В числе счастливых новоселов оказался главный сторож приюта – Миша. Его старая будка постепенно пришла в негодность. Совсем скоро пес начнет обживать вот этот собачий дворец. Новый и просторный. По словам сотрудников УФСИН, помощь приюту на пользу не только его постояльцам, но и заключенным колоний, работающим в центрах трудовой адаптации. Так они встают на путь исправления. Эти будки достаточно были быстро изготовлены осужденными, порядка в течение полутора недель. Вот. Мы с удовольствием окажем всяческую помощь приюту и будем надеяться, что помощь будет оказывать не только наша система, но и другие жители города Иваново. В помощи приют нуждается всегда. Нужны опилки, корм для животных. Ну и помощь волонтеров, конечно, не помешает. А крыши над головой для обитателей руководство приюта теперь может не беспокоиться. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.